Оптическая иллюзия со столбом разделила один город на два. Давайте посмотрим с вами вот эту фотографию. И действительно такое ощущение, что город разделен на две части. Хотя, посмотрите внимательно, это столб. Просто разделение так совпало, что слева только деревни видны и маленький кусок неба, а справа открытое небо. Скорее всего, именно из-за этого создается вот такая иллюзия. Пользователь Reddit под ником MorphoDarko обнаружил оптическую иллюзию над городском пейзаже Addis Abeba. Снимок, будто склеенный из разных фрагментов, привел юзеров в восторг. Житель столицы Эфиопии сделал фото во время прогулки. Он заметил, что из-за игры света правая сторона фотографии кажется светлой, а левая темной. По случайному совпадению на стыке двух частей снимка оказался столб, и из-за этого создалась иллюзия, будто кадр склеен из двух разных фотографий. Изображение двух миров привело юзеров в восторг. Автор пояснил, что Addis Abeba проходил день без автомобиля, и все вышли на улицы прогуляться. У меня было странное чувство, все пешком и нет шума от машин. От места, где я стоял, казалось, все шло к свету, поделился фотограф. Многие юзеры сообщали, что им пришлось долго вглядываться в снимок, чтобы понять, что он цельный. Это сводило меня с ума, пока кто-то не объяснил мне, что это иллюзия, заявил один из комментаторов. Некоторые задавались вопросом о природе изображения изображенного феномена. Оказалось, что эта граница более или менее освещенных объектов совпала со столбом-разделителем. Иллюзия разрушается, когда вы смотрите вниз на столб и вверх по бокам, заключили пользователи. Ранее посетители Reddit заметили оптическую иллюзию видеоцепты жареной индейки. Выяснилось, что если пристально вглядываться в изображение, тушка птицы начинает двигаться. Итак, посмотрите действительно еще раз на эту фотографию и обязательно напишите в комментариях ваши ощущения по поводу данной фотографии. И подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. На этом на сегодня все. Всего доброго и до новых встреч.